Здорово! Новый ролик практически на час. Я реально старался. Ну а если вы действительно любите мои ролики и хотите поддержать Папу Чиза, давайте наберем 20к лайков. Комментики тоже оставляйте, я читаю их абсолютно все. А еще вы можете добавиться ко мне в ВК, там проходят постоянно розыгрыши. Ну, намек ты понял, да? Всем приятного просмотра! Как только я заспавнился на сервере, я увидел сразу же остров и решил туда сплавать, разведать обстановочку. Подождите, мне показалось, или они полностью застроили эту территорию? А что если мне сейчас туда заплыть? Я вижу дырочку. Блин, если этот остров кто-то и застраивал, то скорее всего их уже на этом острове нет. Я никого здесь не нашел, зато я нашел очень много коноплей. Подфармив деревце, я скрафтил себе лук и был готов отжимать ресурсики. Посмотрите, у них турель не работает. Стопэ. Увидев замечательный домик с выключенными турелями, ну вот, вы знаете, что я сейчас скажу, да? У меня появился план. Вернуться сюда с лесенками и уничтожить эти турели. Но только лестницы крафтить на этом сервере я не умел. Я запомнил этот дом. Скоро я сюда вернусь. Плюс фармила, плюс топор. Опыт. Просто опыт. Слушай, я могу тебя поднять? Ну, держи, это мне не нужно. Я у тебя только топорик с киркой заберу. На вот, скрафтишь себе, я не знаю, топорик. И пока я бежал в центр карты, по мне начал стрелять какой-то берданчик. И я решил попытаться его принять. И пока он бежал, я решил отстроить себе мини-блокпост, чтобы отыграть по тактике. Понял. Это Fortnite или это Rust? Так у меня появилось первое оружие, и его мне нужно было реализовать. Сто 130 скрапа. Уходим. Спасибо, мне пора. И на карте я увидел одно замечательное место возле станции метро. И там я решил отстроить свою первую чизерку. Так, мне нужен шкаф, но для начала мне нужно все это засейвить. Прям сейчас. И тут тоже мне помог админский топор на ферме дерева. Блин, отличный старт у меня получается. Неподалеку от меня кого-то рейдили пайпами, и я решил туда сбегать. Я не вижу выстрелы, что они разбивают? Доброе утро. Сколько хп у нее? 110 хп. Неплохо мы так развиваемся, в принципе. В магазине, который стоял неподалеку от меня, продавалась лестница за 600 серы. Я надеюсь, то, что этот серный камень мне даст 250 серы. Только не говори, что ты закрыл гаражки. Открытый. Все отлично. Все шикарно. Я тебя убью, нахуй. Дай лук. What you say? Я тебя убиваю, короче. Лука, да. Лестница. Где моя лестница? Вот она. Контент. Только не медведь. Только не медведь. Только не ты, пожалуйста. Спасибо. Второй медведь. Хотя, знаете, я тут подумал. А? Сюда, да, не можешь попасть, да? Вот и все, был медведь, и нет медведя.
Там, по-моему, еще один медведь есть. Худшее, что могло произойти, это челик, который меня убьет прямо сейчас с лестницей. Надежду догнать этого парня я не терял, схватил свою берданочку и побежал вслед за ним. Он знает, что я тут. Ух ты, ё! Медведя я тоже зафармлю. Все остальное можешь забирать. Ну хоть куда-то можно поставить его, нет? Крутой дом, не поспоришь. Блин, тут вроде и рейдит недалеко, может сбегать? Мало ли. И походу я нашел, где рейдят. Где-то на воде. Тут. Вот они тут и рейдили. Они поставили уже все. Да, они двери уже воткнули, я понял. Меня убили, но я решил взять свою счастливую берданку и вернуться туда снова. И тут сразу вопрос, зачем я покупал лестницу? Зажигательные патроны, это, конечно, имба лютая. И пока Эндрю-потрошитель где-то афкашил, я бегал и знакомился с моими соседями. Я могу коня угнать. Уи-у-уи-у, good luck. Bye-bye, horse. По-моему, там наверху есть ящики, но это не точно. Давай договоримся, я заберу у тебя металл, потому что он мне нужен. Но я тебя подниму. Дядь, ты читер. Убегаем. Научат приседать пацанов, потом играют от альта. Ну ничего, мы сейчас с вами поиграем. Стоит мне только обойти тебя. Ну вот как бы от кисули ловим. Ты типа жесткий был, да? Стой. Ой-ой-ой! Просто уходим отсюда. Офигеть. Вот и 500 металла. Но у меня еще столько скрапа можно поиметь с этого всего, если зарисайклить. Каев. Так, все у нас супер пока что. 400 скрапа. Можно уже второй верстак скоро мутить. Прежде чем исполнить свой коварный план с разбитием турелей, я решил отфармить камушка, чтобы обустроить мою чизерку. Спасибо. Вау! Так, конь, давай, иди отсюда. Мне нужно обустроить мой домик. Так. Тут у меня где-то шкаф стоит. Я изучил лестницы, накрафтил и решил сбегать к этим турелям. Привет. Привет. Слушай, подожди, так ты, может быть, сейчас мне можешь помочь? Пойдем? У меня есть план один. Окей.
О, это было изи. Ух ты! Ну и не зря же я сюда пришел делать контент, разбивать турельки. Ты можешь вниз спуститься, да. Держи тебе копья. Давай вместе их разбивать. Сейчас я ему вот это вот сделаю. Вот так ему, в принципе, я думаю, он перезагрузится и все будет четенько. После этого я замел за собой следы и отправился домой. Ух ты, а тут метро побольше будет. И здесь, наверное, самые сочные файты возле бандитки. Все равно боты это супер окуп. Жаль, с них топка не падает. Тут еще и зеленые ящики есть. Да, один спуск, и я фул забит. Это слишком жирно. Это супер жирно. Но все же мне нужно супер много скрапа, чтобы изучить ракетницу. И скоростную ракету, это прям супер много нужно. А у меня только 4 сотки. 7300 голосов хотят вторую часть. То есть ты хочешь, чтобы мы опять бомбили с тобой целый день метро? Ну ты же понимаешь, какое там вакханалия будет? Ну и нормально, погнали. Можно не только метро бомбить. Ну окей. Давай я тебе с палку кидаю тогда. И наконец-то ко мне присоединился мой напарник. Эндрю Потрошитель, спальник отдал. Здравствуйте. Я болты возьму. Уже поздно. Я знал, что ты его захочешь забрать. Я понял. Нифига подобного. Я понял тебя, но проблем, как говорится. Собравшись вместе, мы побежали искать клановых игроков и ракетницу. У тебя ник обрезало Эндрю Потраш. Потраш. Эндрю Потраш. Ой. Дал голову, убил. Ты его убил, там еще один. Эти... Что-то... Сверху два типа, сверху тебя два типа. Дал хит. Дал хит ему. Дал два хита. Он меня пушит, меня убили. Убил одного. Томсончика убил. Я бегу, бегу. Берданчик его кайтит. Убил его! Хорош. Ты где? Я похожу. Над тобой, Дим. Над тобой кто-то ползет. Над тобой. Я знаю. Убил. Тут еще один. Больше нет. Берданчик есть. Стопудово есть. Где железка? У меня. У меня валяется. Калаш забрал. Хилки забрал. Я крою. Я крою, ты лутаешь. Где-то есть сейчас что-то? У меня тип. Я вижу, откуда он стреляет. Убил калашиста еще, иди сюда! Я иду, иду, иду. Буст сразу на крышу. Плюс калаш. И сет тоже забираю у него. Раз. Блин, ну я уверен, что у него там гантрапы. На 100% уверен. Что, может быть, домой? Да, давай. Вот этого чекни слева. У меня все, у меня переборка. Да,
Бля, пацаны, у нас нету калаша даже. Не, я имею в виду, спасибо, что вы забайтили пацанов, и мы забрали у них. Пойдем домой. А нам сюрприз тогда. Подождите. Получай сюрприз. Предлагаю в скором времени поставить магазин. Слева три типа. Три типа в топ-сетах, чувак. Где? Градус? Там же на скалах. Ага. Посмотри, сколько вижу, их. Вижу. Они? Один в топ-сете, двое в финзах. Я пушу. Убил его? Еще один. Я двоих убил. Еще один под хатой. А где кого ты убил? Хинза? Я да, две хинзы убил. Жрец какой-то убил. Убил его. Челик вышку отстраивает. Которого мы убили. Да, я убил. Хил. Убил. Жалко, бля, у нас у нет лестницы. То пойдем на переработку, забей на него. И пока я перерабатывал утецкий кубан, забить на этого АВМщика не смог. Побежал домой за лестницами и откис от этого же АВМщика. Дима, меня убили, блядь. Я бегу. А он в домой зашел. Мы потеряли Балтевич, но обрели второй верстак. И в этот момент начали рейдить неподалеку от нас на острове. И мы решили туда сходить. И поехали, пока они рейдят, нужно туда прям фастом бежать. Я лестницы крафчу на всякий случай, мало ли придется. А А7 где-то в центре. Вот, они стреляют. Да, да. Я в говно? Сзади типа. Убил типа сзади. Ой, блядь, долбай. Ты умер? Да. Они нас убили, но мы решили туда вернуться. Ведь там была базука. Минус 3, чел. Рейх убил? Да, беги сюда, они тут. Я бегу. Их тут шестеро, чувак. У тебя нет хилок? Три хилки. Он утает, давай. У меня 6 хп, лутай его. У него 2 калаша было, чел. Отходим, давай отойдем назад. Лутай его, я не полутал, я прикрою. Во, стой, 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 иди сюда. Иди сюда, давай его убьем. Убил типа. Меня пушат. Убил второго. Один остался. Я на подходе. Дал башку ему. Чувак, у этого калаши, иди сюда, топ-сет сразу лутай. Он похилился. Дал хит ему. Убил? Да. Хорош! У него разрывных стак. Ракетница была? 2 стака. Поехали домой. У меня ЛРК, у меня 2 калаша или 3. Поехали просто домой. Просто беги. У меня тип. Бомж, убил. Давай уйдем отсюда. Да, давай уйдем. Нам нужна их базука, 100%. Так, нам надо еще по фасту туда возвращаться. Двигайся. Капец, они ошибку сделали. Зачем они разделялись? И второе, зачем они... Вот первая ошибка, зачем они разделились? Вторая ошибка, зачем они пошли стреляться против папки Димаса? Ой! В доме тип с базукой. Тут тип мертвый. Чувак, на размен надо. Меня бахнули. Меня тоже бахнули. Многие бы сказали: Димас, да не надо туда идти, там без шансов. Но мне нужна была эта базука, понимаете? Вижу калашиста. Где? На 230, Дим. Почти убил его, он говно. Я бегу. Он где-то подо мной, но он тут. Убил его. Понял.
Походу, рейдер был. А, это предатор. Это тот, кто нас за ракеты, кстати, взорвал. Ну, блин, тут рейдеры уже. Ну да, бахали недавно. А где ящики все? Подожди, почему пустой дом? Гаражку можно снять. Тут рейдят. Ракетница! Слушай, а давай его бахнем? Я тоже подумал об этом. У нас есть разрывные. Я думаю, как будто... Стоп! Как будто его закрыли, короче. Нет, он как будто он деспаунит все. Пока я, значит, бегал, снимал гаражку, кубик выбил ракетницу. Вау! О, я забыл, звук один поднял. Ты его убил? Да. У него скоростные ракеты были. И мы все-таки решили зарейдить этот домик. Но для начала нам нужно было сбегать домой и скинуться. Офигеть, у нас в доме столько лута уже. Типы. Дорожки. Минус. Тут еще один. Я его не знаю, он убегает. Он умер. Ой, баты. Куда нам ехать? В сторону или в ту? В ту сторону, прямо. Домик этот находился возле станции метро, поэтому мы приняли решение до него доехать и наконец-то его зарейдить. Вот, мы сразу, смотри, видим их дом. По дверям пойдем или нет? Да, это... Ага. Офигеть. А где вам указывают рейдить? Каменный фундамент. Тут это... дофига. Он там стоит. Он лут подиспавнил, смотри. У меня есть бубовка, ставь. Хорош. Бахнул кого-то? Нет. Он умер. Он мертвый. Он все подиспавнил тут. Наверное, и наверху все задиспавнено. Тут, давай серу пособираем. Тут сера валяется много. Гена пупс. Блин, ракетниц. А ракет у него, точнее, нет скоростных. Чувак! Смотри, что я нашел тут только что. Прекрасно. Рейд в ноль. Рейд в плюс. Куда едем? Вперед. О нашем домике узнали те калашисты, и я понимал, что скоро нас будут рейдить, поэтому решил обустроить нашу крепость. Жесть, у нас уже лута какого-то разного. Просто жесть. Крапа мало, ракетница есть. Сегодня только скачал эту игру. А, ну не подходи, они выскакивают и просто в голову сразу дают, и все. Да про кого вы там рассказываете? Я самый мирный в глубине души, алё. Я без причины чуваков не убиваю. Пацанов, которые рейдят, убиваю. Пацанов, которые стреляются, убиваю. Что с ними делать, смотреть что ли на них? Кубик меня покинул, а я решил остаться и купить скоростную ракету. Здорово. Здорово. Сейчас крафчу тебя. Бля, понял. Я понял. Подожди, ты дизи? Нет. Да. Пиздишь. Короче говоря, сделка прошла успешно. У меня наконец-то появились скоростные ракеты. Но тут приключения на сегодняшний день у меня не закончились. Ой, сейчас отбабахаю себе топовую отстрелку. Б***ь.
Боже мой, что это за гав... Короче, я отстроил себе самую топовую отстрелочную и был готов к тому, что меня придут рейдить. Петля, и ты зачем стреляешь? Я тебе даю шанс пройти. Все, и, как оказалось, рейда ждать долго не пришлось. Что это было? Ого! Короче говоря, рейд закончился, не успев начаться. Там с базуки рейдят. Да я слышу, бей его, выйди на крышу. Где он? Там, да, блядь, здесь, вон там. О, впереди, впереди. Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Бать, бать, смотри-ка, бать! Ой-ой-ой! Ха-ха, хорош. Рейдили где-то в этой стороне. Не подходи там, турели. Конечно. Да, тут бегает. Да, здесь сидим. Слишком высоко поставил лестницу. Ее надо уже отправить. Много хп тратишь. Я залез. Там есть проход? Белого. Были ракеты? У ракетницы были... И ракета боевая! Но он не дорейдил этот дом. 1000 хп, блин, было бы неплохо добить этот дом. Кубик, кубик, долбоёб. Ты здесь еще? Тут к тебе обращаются. Кубик, уважаемый человек, ты здесь еще спрашивают? Я заспавнился дома, изучил разрывной, поставил третий верстак, ведь я хотел дорейдить тот самый домик. Я на территории. Сюда, блин, в центр. Ну я был сюда еще, чтобы этот потолок захватить. Да нет, смысла нет. Фриж, блядь, пустой. Чувак, вон лутовая у них куда идет. Пошли отсюда, Дим, блядь. Делать нечего. Мы не будем дорейживать эту помойку? Да, блядь, нечего. Чувак! Чувак! Закрой дверь, блядь, не позорься. Зачем вы тратили разрывные ракеты, чувак? Нет. Для тех, кто не понял, мы могли спокойно открыть эту гаражку, но мы все равно потратили на МВК потолок ракеты и разрывные. Вау! Дорейживать этот дом нам было нечем, и поэтому мы решили покинуть эту территорию. Мы пошли перерабатывать ресурсики и увидели пролетающий рядом с нами коптер. И куда он летел, можете вы спросить? На остров! Гоняй туда на коне на Z2, посмотри. Коптер. Минус один. Меня читак убил, походу, чел. Ты че за ник? Это читак. А-а-а, Толик, Толик, да. Он по низу летает. Один упал. Понял?
и это снова был Толик. Ну, ни капли не удивлен. Мы решили сбегать на этот остров с берданочками и посмотреть, может быть, там стоит его домик. Ну, он тут тормознул, они втроем тут были. О! Тут коптер? Да. И найдя коптер в этих же кустах, мы поняли, что это действительно его дом. Но где Толик находится, пока что мы не знали. И нам нужна была взрывка, чтобы их зарейдить, поэтому решили сбить пролетающий вертолет. Минус коптер. Сбил. Надо ЛР-ку чинить и броню нормальную цеплять. Толик уже летит. Звучит страшно. Минус два. Сишки ракеты, плиз. Идем взрывать этого, да? Ну. Быстрее, прогорай, сейчас Толик придет. Сишки ракеты. Ну, все, разрывные патроны. Разрывные патроны. Отлично. Ну, верт не так уж и плох был. Я его профиль открыл. Дней с момента блокировки ноль. Да, вижу. Все, Толика забанили. Поехали, поехали, поехали к его дому. Толика забанили, но его друзья были в онлайне, и поэтому это был официально онлайн рейд. Вот, тут получается, вот там еще карашка. Открывай двери. Я бахаю. Давай. Постреляй, постреляй просто. Постреляй по стенке. Пик-пик, 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 пик-пик. Убил его. Скажи, что это читак. Ковбой раньше. Вот он спит, Вилл. Подожди. Это Вилл. Может, они ник сменили просто? Тут ящики. Посмотри сюда. Да-да-да, Толик здесь, Толик. Вот он, Вилл. Вот сумка Толика. А это, получается, третий читак был, да? Мало того, что мы окупились по ресурсам, так мы еще и сделали ремонт челикам, которые играли с читаком в пати. Что может быть прекраснее, да? Ну ладно, что мы две сишки всего потратили, одну ракету. Я считаю, это окуп. Попутно мы решили переработать все компоненты, которые там были, и отправиться домой. Базуку изучаю, кубик, наконец-то! Кубик! Мы с тобой будем делать бум-бум! На R6, в углу правом, хата. Они нам нужны? Они? Они нам нужны? Ты на какую станцию пойдешь? На Airfield, так сказать. А и может коптер можно Диму не забрать. Ну я сейчас приеду. Они на R6 там считают. Минус. Прям на этой, где я. Ты можешь инфу по ним говорить? На Q5, правый нижний угол. Ты видел это? Да, я видел это. Огонь, ну подожди. Есть пробитие. Есть пробитие. Я лутаю. Нет, не перед нами. Вот эта кибитка слева, металл походу.
Да, вот он. Давай, давай! Бам! Минус все! Хорошо, Дмитрий! Дмитрий, твой лучший! Не зря был Дмитрий Базучик, да? О, компонентики. Отлично. Мы не только всех взрывали и уничтожали всех на своем пути. Мы еще занимались продажей и доставкой товаров. И в один прекрасный момент, когда мы летели продавать третий верстак, мы увидели взрывы. Справа Рейдер. Дима, я видел ракету. Где? Прямо впереди. Прямо на дабл, видишь дерево? ПБО! Нормально, можно садиться? Да-да-да, садись. А где взрыв был? На G6 где-то, G7. Вот, прям слева прыгает. Наверху. Я себе. Он строит стенку. Так а я что могу сделать? У меня хп нет. Он тебе хп нет. Поднимаю. Убил его. Красиво. У меня хп нет. Да, у меня хп нет, не пуш. У него ракеты, сишки. Давай с базуки его бахну. Подожди. У меня ракетница. Отойди. Отойди. Убил. Да. Скажи, что ракеты. Чувак! Тут есть что? Мы можем застроиться или просто улететь? Тут компонентов видел сколько? Нет. Давай, короче, лутайся, я ковер даю. 50 микросхем! Прям за камнем деревянным, можно за этим болеть. Много хитов, да, он там же. Он стенку поставил. Давай просто уйдем отсюда. Давай просто улетим отсюда, прям сейчас. Сейчас, подожди, я не долутал, блин. Давай застроимся, просто застроимся. Смотри, сколько тут. Давай тут компонент, давай застраиваемся. У нас тип, походу, наверху. На улице тип. Тихо. Нас застраивают. Нет, это я застраиваю. А, я вижу. Он на горе стоит. Тут сишки! Тут две строки пороха! Там двое. Сверху нормально все? Да, ставлю вторую дверь. Нужно хозяева застроить. Это тебя? Ты? Нет. Нет. Стенку бахают! Кубик! В смысле? Как он меня убивает? Ты умер? Да! Где кристалли? В смысле, блядь? Меня убили. Там было ну очень много ресурсов. И я не терял надежду отжать это все обратно. Кинь тараган там. Он нас застроил. Отличная работа, Олег. 25 хп у стенки. Ты где? Я стою на спальне. Вставай. На берданку. Стреляй по стенке. Вот эта стенка. Меня убивают. Ты жив? На горе прям, да. Минус один. Еще одного убил. С базукой убил. И со скоростной ракетой. На мне бомж. На мне бомж. Он лутает, перезаряжается. Классно. Он сходил в Джаггерхед. Где ты умер? Прям на вот удар, да, да, да. Я ему два хита дал. Стоп. Одно хп. Давай. Постреляй. Стреляй. Убил кого-то. Я убил его. Хорош. Кубик, пожалуйста, давай застроимся. Да, Дим, застраиваемся. Вот прям сейчас застраивай и все. Я выписываю со шкафа. Где ресы? Куда дерево исчезло, блядь? В шкафу. Дерево у меня. Есть план постройки? Да, да, дай мне. На. В камень грейди. Дима! Тут бомж. Убил. Хорош. Подожди, надо спальники разбить. Да, да, да. Он мою спалку положил. Мы можем спальники свои теперь кинуть. Вот этот застрой, чтобы хозяин не открыл вот эту дверь. Вот этот застрой.
И мы все-таки смогли отжать этот рейд. Это была какая-то жесть. Хозяин дефался. Рейдеры дефались. Мы пытались взорвать рейдера, взорвать хозяина. Короче, какой-то индийский боевик. Ну ты чучело, сейчас я тебе отвечаю, идиот. Братан, ну мы не антирейд прилетели. Не, вы знаете... А, вы антирейдеры? Да, мы их убили. А можешь поднять тебя, хозяин хаты? Я не буду трогать. Просто... Давай мы не будем тебе... Стой! Ты его добил? Давай, знаешь, как сделаем? Мы не будем сейчас руинить твою хату. Что? Мы заберем только... Чизи! Все, подожди. Чизи! Мы взрывку, тихо. Не трогайте меня. Тихо, тихо, тихо. Все, дыши, дыши, дыши. Офигеть. Дыши, братик. Стой. Давай мы заберем только взрывку и порох, потому что нам это нужно. А остальное мы ничего не будем брать. Типа. Остальное вы себе заберете. Только мы дом не руиним. Дом не руиним. У нас появился порох. Наконец мы накрафтили скоростных ракет, но катаясь по метро, мы не встретили абсолютно никого. Как будто люди полностью исчезли после нашего видоса. Я снова остался один, и у меня под хатой начали сидеть трое калашистов. И я решил за ними проследить. А, так я нашел, где они живут, лол. Да-да-да, сервер не лагает. А, он знает, что я тут. А еще, когда сервер лагал, я не смог закрыть двери, и они залутали мои все 4 ящика сверху. Вау, спасибо, Растон. 2552 пароль? Так они все отнесли уже. Так они бан. У меня одна ракета осталась. Я его взорвал. Класс. У меня отжали мои ресурсы, но я знал, где они живут. И тут я нашел свою цель на этот вайп. Они варят, походу, они нас рейдить будут. Гантрапа, чувак. Я скрафтил себе базуку, скоростную ракету и решил вернуться к этому гантрапу. Он мертвый тут. Сова ему. Как бахнуть гантрап, который висит на потолке? Тихо. Офигеть. Меня взорвали, чел! И тут я решил достать их окончательно. И вернуться к ним еще раз. Они по кому-то стреляли с вышки и не подозревали, что я уже рядом. И вот не поверите, они снова поставили сюда гантрап.
Но отпустить этих ребят я никак не собирался. Поэтому приходил снова и снова. Каварю? Нет, не каварю. Бегай там, но ты налево забежал. Оно забежало внутрь. Он рассчитывал от меня скрыться, но я же знал, как у них устроен дом. Я у них внутри. Нет, это не я. А, у меня ракеты только что пытались пульнуть. Я видел. Он внутри, типа. Там еще один контрап. Я выбежал на улицу. И спустя время я понял то, что я их все-таки зарейжу, так как я их практически дипнул, узнал строение их дома. Оставалось нафармить только серы. До зимы ехать было очень далеко, поэтому мы использовали метро. Кстати, это реально кодная тема. Ничего себе, у тебя пушка. Сок дамажит. Пушка, пышка, пушка. Ты еще ни разу не играл, не был в метро? Нет, я уже давно не заходил. О, скоро будем с тобой кататься, взрывать, пока Эндрю Потрошитель отдыхает. Как, в Мидитере? Да. Да? Угу. Теперь боты хер по... боты, бомжи хер по фарме. Он коцанный. А, вот это неожиданно. Он умер. Бомж, 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 дядь. Может быть, у него что-то было. Ого. Я же тебе говорю. Фармила. Слева тип, отойди назад. Тут два типа, один впереди, один слева. Минус один. Минус второй, все. В лифте, то он улетит вниз. Бери томик у этого. У, мало? А, ну нормально. Рейдят. Можем сходить, это... можем сходить. Думаешь, она того стоит? Это супер близко. Уже, чтобы у них было 1000 разрывных всего. Так они стреляются, слышь, разрывными. Шеверные. Левый открытый. Этот правый стреляет разрывы. Можем зажать левый. А, вот, снизу. Это лучник сверху. Подожди, где берданка стреляла, не? Справа берданка еще. Еще один. Еще один к нему бежал. За холмом. Налево. Ага. О, калаш. В смысле? О. Че там? Разрывных сотка. Калаш еще один. Чего? Бежит. Тыковку надо съесть. У этого дерьмо. Странное. Так вот что они рейдили. Maybe. Не maybe, а точно. А, или нет. Давай дорейдим его. Давай. 300 хп всего. Обычно. Не попал. Не повезло. Давай шкаф добьем. О, нифига. Правильно. Мы можем эту кибу забрать себе. Давай. И двери эти повыдалбливать просто. Мы так и сделали. Кибитку отстроили, забрали себе и поставили тут ящики. И тут мы могли складывать ресурсы, которые нафармим. Но не все так было бы просто, вы ж меня знаете. Стой, стой, стой. Ты зря это делаешь, подкрепление уже в пути. Блин, я ему много дал. Подкрепление уже в пути, говорит. Убил его. Ну, тут не один. Их тут двое минимум еще.
справа. Убил. Есть, 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 у стенки, хазмат. Понял. Там где-то калашиста убил. Че, камня нет тут? Давай добьем, достреляем. Это вход был. Dead. Давай дерево пофермим и добьем каменными патронами потолок. Момент. Стой, не убивай, пожалуйста. Не убивай, пожалуйста. Стреляет по мне с двухи. Не убивай, пожалуйста. Так это нормально. Так, почурки. Посмотрим видосик, что выйдет. Офигеть, я ради еды рейдил. Короче, да, не ваш голос. Я посмотрел все твои видосы. У меня в Расте 200 часов, и я из-за тебя купил эту игру, в которой у меня горит очко каждый раз, понимаешь? Из-за тебя моя жопа страдает, блядь. Ты виноват в моих бедах, все боли, которые... Что там эти крысы еще шкрябают? Все боли, которые я испытываю, они из-за тебя, понимаешь? Вся моя душевная боль и вся остальная, я, блядь, полчаса кормил на калаш, и ты его забрал, отдай калаш. Ну такое. Ай, чувак. Подфармив огромное количество серы, мы наконец-то отправились домой. И были готовы плавить ресурсики на рейд той базы. И все остальное время я крафтил серу, варил экспу и наконец-то докрафтил ракеты. И был готов уже рейдить эту базу. На, калаш тебе? Там 4 икс есть, на патроны, если нужны. Так, смотри, на, хватай сразу. Слушай, 36 ракет, а мы не можем 2? Нет, не можем, там 2 МВК потолка будет и металл потолок. Нет, не можем. Ну если они не доставили дверей. Они не достроили потолок. Смотри, вход здесь, я бежал в эту сторону, тут 2 квадрата, треугольник. Теперь бы не прогадать, в какой треугольник бахать. Бум. Вот проход, да, я нашел его. Что мы было? Можем, да, давай металл потолок вынесем. Одна ракета, стой, я бахну. Теперь смотри, направо гаражка должна идти. Да, давай дверь. МВК дверь. Стенка. Там дверь, то не стенка, то дверь. Стоп, стоп, стоп. Дверь. Гаражка, да. Все, мы в дверь бахаем. Прыгай вниз. Что за МВК? МВК-дверь. Не, нет. МВК-дверь просто бахаем и все. Гаражка открыта. Аккуратно, там гантрапа надо быть. Там есть гантрап. МВК-дверь дальше. Дверь бахаем. Бах. Давай, бах. Последняя. Последняя ракета, давай. Еще гантрап? Все, открыто. Много ящиков. Есть стволы. Ракеты сишки мои. Оооо, чувак! Ты видел, сколько там труб? Попробуй, когда мешок будет выпадать, надо... Уже поздно. Возможно, мы сможем пролутать его. Все, найс. Смотри, тут еще сачели и
Мы схватили первую порцию лута, отнесли домой, и пончик вышел. Я остался один. И решил сбегать добрать остатки. О, доброе утро. Пацаны, пока дом, как говорится. Пацаны, а где хата? Вы не против небольшого ремонта, так сказать? И знаете что? Эти ребята, пока мы их рейдили, летали куда-то фармить, понимаете? А прилетели, а там уже ремонт байчизи. Ха-ха-ха! Эй, братишка. Эй, я сзади, братик. Нахуй пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы чё фармили, скажи мне? А то, ну, я не против, что вы пофармили еще, знаешь. Дом изи, кстати, был. Ты в курсе? Чё? Да. Ой, блядь, изи. А мы вы... просто лутром не построили нормально. А вы где-то летали, да? Не подскажешь, где? Да. Где? Да-да. Бля, да по всей карте. Вы кого-то искали, кто рейдит, да? Пока мы рейдили вашу хату. Да ладно, я не злорадствую, собираюсь, на самом деле. А вы, кстати, взяли сишки? Слушай, вы взяли сишки и ракеты, вы могли мою хату забахать. У меня все открыто было, там 4 двери было. Да, мы хотели, прикол, в этом. Мы хотели. Ну, был рад с вами постреляться. Вы можете вот, на, держи хату. Я не буду ее руинить, играйте дальше. Ничего не буду руинить. Не, ну тут благодарю. Там ящик пушек какой-то есть. Ну я коптер заберу, потому что это мой коптер. Домик я руинить не стал, решил его отдать, пускай ребята снова развиваются. Ну и на этом я закончил свое выживание. Ну а если тебе понравилась данная история, не забывай подписываться на канал и ставить лайкосик. Всем пока!